выпускают. Сейчас его так. Смотри. Нашлись пассажиры у мужичка. Стадион «Динамо» здесь. Во Владивостоке появилась новая футбольная команда. Теперь она называется «Динамо Владивосток». Вот. Ну и в начале месяца, если я не ошибаюсь, где-то 2 сентября команда одержала победу, если я не ошибаюсь. Люди катаются на катамаранах. Ветер дует здесь, но не холодно. Там вон амфитеатр, иногда проводят мероприятия в этом амфитеатре. Выше находится кинотеатр «Океан», ну и наш фонтан.
Здесь небольшой скверик, деревца, цветочки, кустики. Ресторан грузинской кухни «Супра». Стену здания недавно разрисовали, всякие окна тут, жители нарисованы. И впереди Владивостокский Арбат. Звездное небо. Здесь вечером загораются огни. Очень красиво.
Владивостокские пробки. Классная у девушки шляпа. Электрический велосипед. Здесь и шаурма. Местные производители продают что-то, продают разное. Стритфуд Владивосток. Все лето здесь эти домики стоят. Внизу проходит железная дорога, по которой сюда, во Владивосток, прибывают поезда со всей России. Наверное, так.
Ну вот, новая достопримечательность в городе Владивостоке. Сухой фонтан. Он был открыт, запущен 2 сентября 2021 года. Ну и стал, наверное, сразу любимым местом для детей. Они бегают здесь между струй воды. Сегодня на центральной площади развернулась продовольственная ярмарка. По периметру стоят торговые палатки.